Так, а это вот въезд на территорию четырехзвездочного отеля Rio Naiboa. Здесь корпуса в таком покрашенном стиле. Старенькие корпуса уже. Вот как-то так выглядит. На ресепшене вот такая картина с дядькой. Ресепшен небольшой такой. Обычный, простой ресепшен не нового отеля. Отель Naiboa 4 звезды. Он находится на второй линии, то есть за отелем Rio Palace Bávaro. Вот. Гости отеля могут пользоваться всеми пляжами Rio, в принципе, то есть нужно немножко пройтись, но это не так далеко, потому что все находится рядом. Вот впереди это главный бассейн отеля, отель имеет достаточно компактную территорию. Стандартный номер в отеле Rio Naiboa. Вот две доспальные кровати. Тут же мини-бар, шкаф. Обычный такой номер. Покраска. Классический вариант. С балкончиком и с видом на территорию.